Ребята, здравствуйте, с вами Алексей, добро пожаловать на мое новенькое видео по игре Euro Truck Simulator 2. Друзья, продолжается наше путешествие по югу России, и да, погодка как бы совсем не южная, ребята. В прошлом видео мы с вами заехали в Лазаревское, на вот этот замечательный Iveco Natural Power, либо просто NP. Для тех, кто не в курсе, что это такое, это грузовик от Iveco, который полностью работает на газовом топливе. То есть исключительно здесь у нас газ вместо солярки. Короче, история такая, что я доехал до Лазаревского. Это был очень интересный рейс, очень тяжелый, очень опасный на самом деле, потому что перевалы, 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 а я маленький такой. Но Iveco, в принципе, молодец, неплохо она с этим справилась, неплохо справилась она с этой задачей и довезла, ну, практически в целости и сохранности груз. Там просто некоторые моменты были касаемо карты. И, в общем-то, если бы не они, то все было хорошо. В общем, ребята, я выбрался из Лазаревского обратно. Я добрался до Туапсе. И теперь мы, ребята, с вами поедем на противоположную сторону карты. Давайте я вам покажу, куда мы с вами отправимся в этот раз. Поедем мы по трассе R254 через, опять же, какой-то интересный перевал Шаумянский, он называется у нас здесь. Дальше Апшеронск через Майкоп. И, соответственно, выйдем мы аж с вами на Невинномысск, друзья. Да, именно сюда мы с вами поедем. То есть это уже ближе туда, к Ставрополю. И будем, наверное, уже потом отсюда выбираться. Пойдем наверх, может быть, опять в Ростов, может быть, в Краснослободск. Не знаю, куда нас там выведет диспетчерская мысля. В общем-то, я напомню, что именно вы, друзья, являетесь моими диспетчерами. То есть вы пишите в комментариях те города, куда бы вы хотели меня отправить. И, в принципе, если у меня рейс туда выпадает, то я туда еду. Итак, рейс у нас длиной 290 километров. То есть, в принципе, совсем, как показывает практика, чуть-чуть. Но если смотреть на прошлое видео, там было 250 километров, а ехали мы практически час. То есть, я не знаю, сколько мы будем ехать здесь, но по-любому до Майкопа мы будем добираться очень долго. Потому что, опять же, перевалы, серпантины и, в общем, еще и дождь у нас, ребята, поливает. У нас не было еще, по-моему, ни разу такого, что я ехал в дождь. Реально ни разу такого не было. То есть в основном как-то вот на хорошую погоду я попадал. Так, ну что, давайте включаем тогда дворники. Я, конечно, понимаю, что особо от них толка никакого абсолютно нет. То есть они вот, ну, вот вообще просто никакого толка нет. Но все равно ехать нам, ребятки, надо. Кстати, что по грузу? Загрузил я 17 тонн миндаля. Да, друзья, вот такой вот интересный груз мы с вами перевозим. Вообще, чем как бы шторка хороша, сюда можно засунуть все, что угодно. То есть вообще вот все, что угодно сюда нам могут затолкать. И это мы с вами повезем. Да, ребята, дождь, конечно, поливает. Охереть какой. Еще и время 5 часов вечера, где-то примерно около того. И я думаю, мы с вами еще и, наверное, ночью этот дождь застанем. Ну, ничего страшного, мы разнообразим наши рейсы немножко, потому что в дождь, ну, реально, я ни разу еще не ездил, и как бы нужно что-то такое. Причем, кстати, я его не включал, он пошел сам. То есть я вообще не причастен к этому. Так, давайте мы, наверное, маркеры еще заодно отключим на всякий случай. Так, ну, поехали, все, с богом, погнали. Газа у нас пока достаточно. Так, возьмем сюда, а то там что-то прям поворотом у нас облизывается все это дело. Так, выезд, 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 выезд. Что здесь у нас, кирпич, что ли? Да ладно. Да ладно, по барабану, мы не местные. Ладно, нам простительно, я думаю, будет. Нам будет простительно, мы не местные. Мы, ребята, из Петербурга, типа, якобы. Ну, пусть у нас номера и московские на машине, ну ладно. Капец, ни хрена не видно. Вообще, ребята, вот это реально опасный рейс. Так, здесь мы уходим налево. Тут даже если дальний включить, то смысла вообще никакого нет в этом. Ну, братишка, на гранте, ну ебит твою налево. Я понимаю, что ты меня пропускаешь, но так-то зачем? И вообще, если честно, ребят, я не понимаю, что происходит. То есть я абсолютно сейчас не чувствую машину. Вообще, чтобы вы понимали, у меня такое ощущение, будто она как-то не связано со мной вообще, то есть вот с рулем, да, которым я ей управляю, вообще она никак не связана. Дождь конкретно дезориентирует.
Ты не чувствуешь скорость, ты не понимаешь, тормозит у тебя машина или нет. Ты вроде как обычно жмешь на тормоз, но она продолжает ехать дальше, потому что ты слабо жмешь, оказывается, на тормоз. Короче, рейс реально у нас, ребята, будет интересно. Еще и ночь у нас, но это прям вообще просто пипец. Так, нам надо по-хорошему налево там поворачивать. Так, а тут никак. А тут никак, а тут никак. Блять, надо было, наверное, там направо повернуть. Да ё-моё. Ладно, давай там развернемся. Проедем дальше. Там по-любому где-то есть у нас место для разворота. Вот что значит не местный когда, да? Не знаешь просто реально, куда ехать. Охереть, он тачка просто впереди идет, я ее не вижу. Оп, тормозим! Блять, не тормоза! Охереть можно! Жву на тормоза, да дальше едет. Охереть вообще. А мы здесь, кстати, с вами проезжали тогда. Помните, я как раз-таки в этом месте затер легковушку. В жопу я ее догнал. Так, ну да, мы здесь, получается, через отель какой-то с вами проедем. У нас через отель будет разворот. Да, вот тут, короче, прям как нельзя кстати, надо пялиться на навигацию. Так, где-то тут левый поворот. Слушай, реально шторм какой-то вообще. Я туда еду вообще, нет? Все правильно. Или все правильно. Так, ну мы, конечно, можем попробовать крутануться здесь, потому что я вообще не горю желанием ехать куда-то на какие-то там стоянки. Еще хер знает, я там потом выйду вообще или нет, то заведет куда-нибудь. Здесь, в принципе, нам места хватает, несмотря на то, что мы длинные такие. Да, ребя, это, конечно, вообще капец полный. Что-то прям какая-то реально погода страшная, даже для югов, я думаю, такого здесь, наверное, не бывает. Чтобы настолько такие дожди, и еще и ночью уже практически время, 5 часов, ну как ночью, вечер, но один хрен. Страшно, капец. Надеюсь, ребятки, вам этот рейсик понравится. Не будем пешеходный переход занимать. Аккуратненько здесь встанем. Да, поливает, конечно, трындец. Я в реальной жизни попадал в подобного рода дожди, то есть, да, но это было днем. То есть, прям конкретно было днем. Были у нас такие дожди в Омске, что вот едешь и реально вот там 5 метров впереди тебя машина идет. Чуть-чуть буквально притормозишь, отпустишь ее, все, ее просто не видно. То есть, дождь реально стоял стеной. Там туманки, не туманки, дальние, не дальние. И вообще по барабану просто ползешь. Там реально 40 и страшно, капец. Лужи такие. Да, было дело такое. Попадал под такие дожди. Но это на легковой, как бы, ладно. На грузовой-то это вообще еще вдвойне страшнее. Так, нам надо, ребят, выполнить будет правый поворот. Я думаю, мы не влезем, потому что у нас тут бордюрчик такой высокий. Поэтому мы, наверное, возьмем поближе к центру. Гайцы тут что-то встали. Так, ну вроде прошел. Смотри, просто я не знаю, вообще Silent Hill какой-то. Куда я еду? Я даже города не вижу. Офигеть, вот это рейсик, ребята. Да уж. Такое ощущение, будто, знаешь, по какой-то заброшенной зоне еду, потому что, ну, вообще никого нету. И дождь поливает, и никого нету. И быстро вообще ехать не хочется, потому что хер знает, что там впереди. Я просто даже остановиться не успею. Она с 40-то еле как останавливается, потому что все мокрое просто. Дальний он вообще не помогает. То есть, ну да, какая-то там гасится зона. Светлая становится. Но так, чтобы прям нет. Вообще капец просто, ребята.
Покинули мы ту обсе, спешить мы никуда не будем. Потихонечку катим себе спокойненько, все у нас хорошо. Нога на тормозе лежит. Капец, вообще ни хера не видно. Так, навигатор тут спасает. Ну, в принципе, по знакам тоже видно, что здесь у нас опасные такие повороты. Ух ты. Дезориентирует, конечно, такой ливень сильный. Мне почему-то кажется, что машину постоянно куда-то заносит. Я не знаю почему, но такое ощущение есть. Я 55 поставлю на круизе, то есть, ну хотя бы, чтобы хоть как-то с какой-то скоростью более-менее вменяемо ехать. Никого нету вообще. Вот я, наверное, один дебил в такую погоду поехал. В такую погоду вообще стоять надо на стоянке. Ну смотри, реально никого нету, ни трафика, никого. Может быть, тогда дальний врубить? Да вообще разницы нет никакой. Вот что я его включил, что я его выключил. Вообще разницы нету. Так, там что-то где-то поезд впереди шумит. О, это еще закрытое это. Я понял. Да. Ну, сзади там вот кто-то ползет вроде бы. Все нормально. Поехали. Еще бы музыку какую-нибудь ужасающую сюда наложить. Не знаю, что там с прицепом, но вроде нормально проходит, потому что в зеркалах вообще ничего не читается. Давай, века, молодец. Слушай, ну, я не знаю, наверное, у меня ни одна машина такие суровые испытания еще не проходила. То есть я вот на Мерси, на Камазе ездил, на Мерседесе ездил, на Дафе ездил. То есть все в основном, как бы, машины, знаете, по лайту так у меня ездили, и вообще никаких проблем не было. Ну, а тут прям, блин, бедная века, сразу на юг, короче, на перевалы она пошла. И сейчас в такую серьезную погоду она едет, справляется. То есть, ну, прям стоит отдать должное, конечно, этой машине. Там еще гром такой бьет, блин, страшно, капец, вообще. Что это такое, блин, консоль включилась. Просто я хотел посмотреть, как там это снаружи выглядит. Вообще, ребят, вы посмотрите просто, что это. Поливание идет конкретное. Шаумян сейчас еще по перевалу в дождь. Вот просто самый сок. 260. Ну мы вообще ни хера не проехали, по сути. Я надеюсь, когда мы там уже на трассу-то нормальную выйдем, там, я думаю, будет немножко полегче. Может быть, дождь уже просто кончится. Вроде поменьше становится. О, грунтовочка пошла в дождь. Вот сейчас бы по грунтовочке. Вот это вообще идеально. Сейчас он еще где-нибудь здесь встрянет и в гору не зайдет. Вот я буду орать вообще просто.
Чё так пока справляемся? Традиционно у нас ограничения. Это что, типа эти лежачие полицейские такие, чтобы скорость контролировали? Водил. И так у нас такой резкий спуск. Смотрите, это на дальнем иду. Дальний вырубаю, вообще ни хера не видно. Так хотя бы, ну, хоть что-то я впереди вижу, да? Хоть какие-то вообще знаки отображаются или что-то в этом роде. Так вот, опасный поворот, ребята. Очень опасный. Так, ну-ка, подожди. Ну, мы вроде проходим, не знаю, нормально все. Думал, сейчас хвост свой увижу в окне. Наверное, самое страшное, когда хвост в окне свой видишь. На верничке спускаемся. Тормоза вообще лучше здесь не трогать. Схватит и потянет, и все, и капец тебе. Не, ну здесь дождь чуть-чуть поменьше, видимо, все-таки сказывается то, что может быть горы или что-то такое, или как-то мы прикрылись верхушками. Ну, неплохо. Уже хорошо. Здесь мы хоть спускаемся, то есть тут как-то попроще в этом плане. Я думаю, я бы бомбил, если бы нам надо было здесь подниматься. Это вообще пипец. Так, здесь у нас еще поворотик серьезный такой. Туман еще, ё-моё. Благо встречки нет. То ли перекрыли дорогу здесь, то ли что с той стороны. Мы как эти идем, блин. Сразу мне почему-то вспомнилась серия из сериала «Дальнобойщики», где они там тоже застряли на перевале. Так, ну с дождем уже полегче стало. Они пока не вырубаем. Да, наверное, мы то, что и как трясет, то, что в низине находимся, и дождь как бы с той стороны, может быть, сюда не особо попадает, либо он прекратился уже. Видишь, опять, то есть как-то, видимо, попадаем все равно на него. Мерседес еле-еле-еле душа в теле ползет. Так, ну теперь здесь мы должны как бы встречку пропускать. Ну, я думаю, у нас получится разойтись бортами. Так, все хорошо. Отлично. Ничего не вижу, что справа происходит. В неизвестность как будто какую-то поворачиваешь. Да, это, наверное, реально самая как бы стрёмная серия. Ну, как бы именно в плане того, что неизвестно, что ждет впереди. Но это и прикольно. То есть тут что-то как-то мы... Опа, аккуратно. Вот сейчас бы я залетел туда. Там знак стоял, но я думал, здесь как-то немножко будет это все по-другому сделано. Если бы я туда заехал, все, считай, просто забей. Стоял бы я там долго.
Так, ну вышли на асфальт, это уже хорошо. Хоть он и побитый, перебитый весь, но все равно, хоть как бы уже твердая у тебя поверхность под колесами, это уже как бы внушает больше немножечко доверия. Да, и дождь опять пошел, но на этот раз он уже в спину нам лупит. Да, и коней, видаль, зарядило как, а. Мы никуда не спешим. Вот едешь в полтинник, а такое ощущение, будто ты летишь где-то километров 80, реально. То есть вот в дождь совершенно по-другому ощущается скорость. Да не только в дождь, еще и ночью надо считать. Ну, темно, по факту. Можно считать ночь. Прям, да, стремновато. Премки тоже валят куда-то, добра тебе, дружище, удачи. Так, Новодинская. Такие раскаты грома. Блин, вот круто будет в 1.37, когда окна будут открываться. На окошко открыть так чуть-чуть в дождь и слушать, как там гром гремит. Вот это будет вообще круто. А что у нас там, железнодорожный переезд? Впереди. Тут все нормально. По высоте везде проходим. Хадыженск, друзья, наконец-то какой-то город. Но мы быстро его покинем. У нас, к сожалению, груз срочный, поэтому нам вот прям надо пилить. Нам нельзя останавливаться, к сожалению. Ну, с газом у нас все хорошо. То есть, в принципе, она не жрет практически в этом рейсе, потому что мы в основном спускаемся вниз. То есть, конечно, если бы поднимались мы опять куда-то на перевал и куда-то вверх, я думаю, расходик топлива был бы хорош. 55 я поставил. В принципе, нормально, я думаю, будет этого хватать. Поезд где-то идет. Так, кольцо. Поехали. Съедьте. Оп, съехали. Отлично. Заргут. Пшеронск у нас по правую руку где-то там за лесом останется. Дорога, наверное, как раз-таки туда какая-то. Не обозначенная даже на карте дорога. Как тебя трясет, блин. Бедная Века, мне ее жалко, ребята. Правда, мне ее очень жалко. То есть сразу вот машина только-только поступила в наше распоряжение. И в такие условия ее, блин, отправлять. Но это суровый тест-драйв, я хочу сказать. Если она выдержит, то... Поклон ей прям реально. Пока вроде все нормально. То есть, в принципе, без каких-либо проблем она у нас работает. Все вроде как хорошо. Что-то и дождь резко кончился. Че, мы из тучки, что ли, вырвались? Фуф, добро пожаловать в Апшеронск. Ой, да уж. Ну, как и говорил, мы в основном только будем потеть до Апшеронска как раз таки. Дальше там уже, в принципе, я думаю, мы по трассам будем идти.
Майкоп, Армавир. Музыка такая дурацкая, еще по радио играет. Так, что там, никого? У нас капец темно. Да, ночами мы еще с вами, по-моему, кстати, и не ездили. О, теперь хоть на дальнем что-то видно. Речка у нас снизу. Показал бы, но ничего не видно. Опять перевалы какие-то, да ё-моё, сколько можно. Так, тут, наверное, мы дальний вырубим, чтобы никого не шугануть, когда будем выворачивать направо там. Крики какие-то. Это песня какая-то играет. Ну, там кто-то на хвост нам упал еще. О, кстати, луна вылезла. Но она, по-моему, нихера здесь вообще не решает. Автобус там сзади идет. Куда ж ты, дурак, прешься-то, да, по такой темноте? Еще и с пассажирами. Трафик пошел. Фуф. Вроде вырвались. Вроде вырвались. Кстати, с 17 тоннами неплохо себя машина чувствует, на самом деле. То есть идет без проблем, ну вообще. И что 17, что 20, по-моему, ей вообще насрать просто. По подвеске она очень даже неплохая. То есть вроде такая дорога не совсем хорошая была, но прошла она ее, даже не чухнула. Отлично, поместились. Ай, да уж, Краснооктябрьский. Ну, лежачие, конечно, да, любая техника жестко проходит. Нет, наверное, такой машины, которая лежачие вообще не замечает. Тем более у нас еще грузовик, он высокий. Че мы? Ползем или как? Бздим? Уже тут местные, вы носитесь, как я не знаю кто тут по-любому. Так, ну мы уходим на Майкоп. Кузерипль нам не нужен. Походу какая-то особенность погодного мода, дождь вот этот вот, потому что у меня капли на лобаше еще не высохли некоторые. То есть и на боковых стеклах у меня тоже капли, как видите, еще остались. То есть это, видимо, вот особенность как раз-таки этого погодного мода. Brutal Visor или как он там называется, не знаю. Ну, вы поняли, короче, меня. Скорее всего, это вот именно его особенность. Не, ну это реалистично, то есть то, что капли не сразу, естественно, высыхают, а через какое-то время. В дефолте, по дефолту, конечно, это очень странно, то есть только дождь кончился, все, у тебя сразу там через 5 секунд у тебя стекла сухие. Ну быть такого не может. Не бывает такого. Светофор, чё себе.
Ту-ду-дун, ту-ду-дун, ту-ду-дун. Ну вот, вот эта музыка мне нравится. Так, выполняем правый поворот. Заранее обозначимся, что нам надо направо. Опять где-то поезд идет. Вся подстава, вот, когда он так сигналит, непонятно, где он едет. То ли сзади, то ли где-то спереди, то ли справа, то ли слева. Вообще непонятно. Здесь, походу, где-то слева он проходит у нас поезд. Давайте на дальнем немножечко поедем. Но эта дорога уже больше похожа на какую-то человеческую. Но они, наверное, такого не понимают. Да, они такого не понимают. Так, ну что, давайте тогда мы прибавим хотя бы до 75 на круизе. Я думаю, зря, потому что нам сейчас опять надо будет останавливаться. Впереди коробка какая-то ползет тоже. Опять херовая дорога. Ну только же начали нормально ехать. Нет, опять начинается какая-то фигня. До места нам 140, ребята, осталось. Большую часть пути мы, можно сказать, преодолели. Это хорошо. Ну, не будем его мы обгонять. Также потихонечку просто будем за ним следовать, и все. Вот 70 он идет, и 70 я буду ехать. 70 же я поставил. 67, нормально. Мелкая, блин, приборка здесь, что приборка, что бортач, все мелкое. И вообще ни хера не так. Хотя по факту я, наверное, 62 еду. Да, я еду 62. Ну, в принципе, мы плюс-минус одну дистанцию с ним держим, поэтому я не хочу к нему не поджиматься. Я вижу вот эти вот светоотражающие наклеечки, то есть все хорошо. Я на безопасной дистанции от него держусь, в случае чего он затормозит, и я успею среагировать. Спешить ночью — это самое последнее дело. Думаешь обгонять? Не, блин, не понимают они этого. Ну нет в Европе такого. Ты же все-таки в корне Евротрак. Поэтому. Обгон запрещен. Да, молодец. Да, вот как только обгон у нас запрещен, надо сразу обогнать. Долго ты за мной ехал. Луна прям такая в спину лупит. Кайф. Есть, конечно, минус. Ой-ой-ой-ой, чё ж ты исполняешь, дурак? Давай заезжай. Вот, ребята, вот про это я и говорю, то, что бывает и такое. Лучше держать дистанцию, чтобы если кто в случае чего успел просто туда занырнуть. Куда спешит? Вроде с пассажирами идет, а все равно спешит куда-то. Эх, ну что, направо, в сторону Махачкалы уходим. Подставу сделал я, ну ладно. Мне можно это простить, потому что я большой. Так, что там, ремонт какой-то опять.
Отлично, прошли. Так, ну тут 40, я думаю, они в принципе 40 и будут ехать. Здесь спешить тоже нет вообще абсолютно никакого смысла. Че, местный, да? 123. Кстати, что у нас по расходу? Мне вот это интересно. 59. Ёптать. Да. Экономичная машина, ничего не скажешь. 52 литра, блядь. Ладно, давайте мы его попробуем, может быть, опередить. На давчике. Или что это у него, реношка? Показалось, что дав, наверное, да, рено, скорее всего. Все, вырвались на трассу, ребята, наконец-то. Ура, 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 как я скучал по этим дорогам. Но иногда надо перетряхнуть себя, то есть поездить по таким трэшевым прям местам, то есть и вот что-то типа перевалов и прочего. Потому что начинаешь уже немножко, конечно, расслабляться от всей этой... деятельности, так скажем, да, поездок по обычным трассам без вот этого трэша и хардкора. Так, что-то они там впереди оттормаживают. Светофор, что ли? А, пост ДПС. Да, до хера на посту, конечно, чуваков стоит. Что-то они их тут приходовать решили. Ставропольский край, ребята. О! С Ленинградской области, 47-й регион у него на бочке. Красавчик. Так, ну раз уж мы в Ставрополе заехали, значит, нам уже совсем чуть-чуть осталось до Невинномысска. Я думаю, километров 80, наверное. 40! Вообще по кайфу. Что-то здесь какое-то ДТП. Хоть знак догадались выставить. Махачкала, минеральные воды, Ставрополь. И Веко. Ночью глаза устают, вот я вот еще что смотрю, то есть как бы действительно вроде бы... Ну, блин, едешь и едешь, что такого, да, казалось бы, но все равно глаза устают, то есть, когда на освещенную местность заезжаешь, уже как-то немножечко попроще, что ли, себя чувствуешь в этом плане. Вот как только темно, уже, да, начинаешь напрягаться, всматриваться. Так, ну, я думаю, мы немножко прибавим, хотя бы до 75. Здесь, в принципе, я думаю, никаких уже сюрпризов на этой дороге не будет. Идем, да идем, что называется. Невинномысск. Отлично, приехали, ребята. Ура, 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 ура. Так, ну будем смотреть, по времени у нас там что, 11 часов, ну, наверное, я думаю, вряд ли нас разгрузит, скорее всего, нам придется где-то на стояночке вставать. Вряд ли у нас получится встать сразу под разгрузку. Надо посмотреть, что там у нас по докам.
до 2 часов нас ждут. Но если нас ждут до 2 часов ночи, значит, ребят, поедем сразу тогда на выгрузку. Не будем мы искать стоянок и прочего. Так, куда-то сюда нам подсказывает навигатор. Надо поворачивать. Сразу, короче, в спальные районы. Врубаем дальний свет, чтобы все видеть, чтобы нам местные аборигены ничего под колеса не кинули. Так, правый поворот делаем. Отлично. Так, ну вот какой-то там... Что за фирма-то вообще? Что это такое? ЛКВ Валтер какой-то. Интересное название. Так, у них тут СТОшечка есть. Это хорошо, но нам туда не надо. В этом рейсе прямо Века тоже себя очень хорошо, ребят, показала. Прям, ну я рад. Машинка реально хорошая. Так, ну я смотрю, тут прям народу. Так, вроде нам надо будет вот сюда поворачивать. Ладно, давайте мы дальний, наверное, вырубим, чтобы никого не пугать. Ну да, какой-то магазин, скорее всего. Так, как правило, у них там справа где-то разгрузка, по-моему. В этих магазинах. Сзади они загружают, а справа, вот как заезжаешь, они выгружают. Встанем здесь как-нибудь, прижмемся, сейчас сходим. Встретят они нас, нет, не знаю, но надеюсь, да, потому что вроде как там в доках-то стоит до 2 часов. Они нас ждут, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Так, давайте мы под свет фонариков встанем. Не люблю парковаться в темных местах. Где-то что-то упало. Балка какая-то железная где-то стукнула. Вот я думаю, вот так вот мы, в принципе, перепаркуемся. Ну что, ребятки, вот такой вот у нас получился сегодня с вами рейс. Крайне интересный, крайне увлекательный. Прям я, ребята, хочу сказать, на бордюр немножко заехал, да? Не, нормально, просто земля такая у нас под этого, она... В общем, ребят... Крутой рейс, мне прям реально очень понравилось, также я надеюсь, что понравилось и вам, потому что, ну, правда, наверное, еще ни разу я не ездил не то что по перевалу, не то чтобы в дождь, еще и ночью, еще это все вместе, то есть, ну, прям реально ролик получился крутой. Века очень крутая машина, прям она вот молодец, справляется, терпит все, что только выпадает на ее жизнь, она это... сжирает, съедает, и, в принципе, она и себя показала очень хорошо и в прошлый раз, когда мы с вами поднимались тогда на перевал. Ну, мы постоянно поднимались, там расход был конский, но все равно нам, в принципе, того количества газа, которое осталось, хватило еще и доехать до Туапсе, и потом из Туапсе по Шаумяну спуститься вниз по грунтовке в дождь. О, это вообще, короче, какая-то нереальная просто серия, ребят. Я надеюсь, она вам понравилась. Если да, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. В дальнейшем, опять же, серии будут у нас очень увлекательные. Вы, мои диспетчеры, пишите в комментариях, куда бы вы хотели меня отправить в дальнейшем. Все ваши пожелания учитываются. Все, ребята, все ссылки в описании. Пока-пока, увидимся.